Всем привет! Сегодня у нас в гостях Паша Кобяк с своим новым проектом. Расскажи, что это такое? Так, дорогие друзья, на самом деле в период пандемии закрыты были все рестораны и принято было решение создать свой выездной бар. В этот бар будут приглашены интересные люди, интересные герои и заснято на камеру. Я этим ребятам обязательно что-то вкусное приготовлю. Уже одному приготовил блины, это был артист. Режиссеру я приготовил ризотто с грибами. Значит, нашему знакомому Лёхе Ветру приготовил корюшку. Поэтому заказывайте Кобяк Бар. Ждем вас, друзья!